Всем привет, 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 привет. Давайте ждем всех, чтобы все подключились. Вчера вообще какая-то беда была с Инстаграм, с интернетом, со всем, чем только можно. Успела только пост выставить, что не получается провести розыгрыш от Core Cosmetic с патчами, замечательными патчами. Вот. Сегодня, я думаю, то, что у нас это все получится сделать. Как дела? Дела хорошо, спасибо большое. Все хорошо. Так, так, так. Нет, я не дома, я у своей подруги в ресторане. Вот, к ней заскочила. На чашечку кофе. Вот так вот. У тебя есть парень, у меня есть поклонники. Так, Либерш, чего? Бузова хорошо поет. Ой, не задавайте мне, пожалуйста, этот вопрос. Так, так, так. Так, так, красотка, как всегда. Да, спасибо. Бузова хорошая. У Бузовой очень хорошие аранжировщики и пиарщики, и очень крутая команда, которая с ней работает. Вот, они прям, вот, прям действительно профессионалы своего дела. Где ножки? Ножки вот тут вот. Вот они ножки. Так, привет. Вот видите, колготки напялила черные. Это, не знаю, у меня каждую весну, и вот это стабильничком, у меня ощущение, что у меня кривые ноги, страшные ноги, какие-то не такие, коленки торчат. Когда вот приходит момент, нужно надевать, например, там короткую юбку уже можно там, да, или вообще, в принципе, без колготок ходить по улице, все, у меня начинается стресс, синдром кривоножки. Вот. Но потом к лету уже все проходит более-менее. Так, где платье покупала? Я оставила ссылку под фотографией, где я в этом платье. Это платье от Эллы Сухановой. Помните, Элла Суханова тоже на Доме 2 была. С Игорем Трегубенко встречалась. А, даже муж и жена были. Вот, это ее магазин. Love Ashley C, по-моему, называется, да. Вот так. Шли всех. Ты прекрасна. Спасибо большое. Ну, так мне тогда саму себя придется посылать, потому что я сама на себя начинаю смотреть и думать, блин, что-то не так. Что это у меня за пятнышко тут такое? Ладно, не в этом дело. Так, ждем сейчас, когда Вика придет. Она принесет свой телефон. Я с ее телефона зайду к себе на страницу в Инстаграм. Вот, и уже мы проведем розыгрыш. Методом тыка, опять-таки, ребят, я говорю же, хочу, чтобы все было честно, чтобы все было как положено, поэтому я могла вчера, в принципе, разыграть, да, сама наугад, как говорится, с закрытыми глазами ткнуть в кого угодно и объявить победителя сегодня. Но все-таки хочется, чтобы вы тоже посмотрели и чтобы вы тоже приняли в этом участие. Привет из Баку. Баку, привет! Так, 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 так. В Уфе бываешь? Бываю, но давно не была, если честно, очень хочу, уже соскучилась по родителям, нужно будет слетать, думаю, летом получится прилететь в Уфу. Так, так, так. Ага, декольте слабое, нормально, хватит, много вреда, ну вы что, куда? Куда, куда еще? Куда еще? Вот так вот, вот культурненько, аккуратненько, без выпендрюжи особого. Привет, привет. Что за розыгрыш? Я оставляла в предыдущих постах описание этого розыгрыша. Ну, можете почитать, по-моему, раз, два, три, четыре поста назад. Четыре или три поста назад. Вот. Либерш, ты очень похорошела, красотка. Спасибо большое. Спасибо, круто, привет, привет, привет. Эфир я обязательно сохраню, чтобы все могли убедиться, то, что все при вас было. Так, дайте-ка я Вику найду. Давайте я вам заодно сейчас покажу ресторан. Кстати, если, может быть, у кого какие-нибудь мероприятия, банкеты, свадьбы будут, вот можете совершенно спокойно писать мне в директ. Свадьба очень достойно проходит, например, ну, тут до 50 человек, не супер большой ресторан, да, как бы, ну, я и большие не люблю. Вот, кухня шикарная, очень-очень вкусно, вот. От 150, ну, 150-200 тысяч можно совершенно спокойно сделать. Вик, телефон твой нужен. Здрасте. Викуль,
Ку-ку. Привет. Всем привет. Вот ресторанчик. Сейчас покажу вам. Вот такой вот ресторан. Вот так вот тут вот гламурненько все, культурненько. Самое главное вкусно, просто нереально вкусно. Вот кто-то с детишками пришел. Вот, так что если у вас будет интерес, сможете совершенно спокойно. Все, я отобрала у Вики телефон, пошлите разыгрывать. О, бармен. Официант, бармен. Все с вами здороваются, все любят подписчиков моих. Все. Так, ну что, начинаем. Как мы это сделаем? Так. Так, сейчас. Вот так вот поставлю я телефон. Так, поставлю телефон. Так, Инстаграм теперь надо найти. Сейчас ищем инстушечку. А где Инстаграм у нее тут? Ох, Вика, 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 Вика. Вик! А где у тебя Инстаграм-то? Ну, здрасте. Слушай, а ты поглубже еще запрятать не могла? У нее папка в папке, понимаете, да, тут? Фиг найдешь. Так, заходим, Инста, Либержик мы ищем. Я свидетель. Да, вот. Либержик, вот, заходим. Теперь ищем. Я подписан, нет? Обалдела, что ли? Ой, сейчас найдем, где эта фотография, где я в полотенце. Ищем, ищем, ищем. Вот она. Нет, нет, это не она. Вот она. Все, нашла. Сколько у нас тут? 330 комментариев, ребят. Ой, вообще, 330 человек участвуют в розыгрыше. Нормуль, вообще хорошо, вообще нормальненько. Короче, патчи. Условия конкурса были следующие. Вы пишите внизу в комментариях либо человека, которому вы хотите подарить патчи, да, от Core Cosmetic, либо сами себя, любимую, конечно же, как бы себе. Почему бы себе не подарить? Лучше всего себе, ребят. Да, Вика знает в этом толк. Так, нужно пролистать все комментарии, чтобы можно было совершенно спокойно сверху. Давай я покажу, что ты листаешь. Да, все комментарии сейчас. До самого низа я дойду. Дальше будем выбирать уже. Так, все, дошла до самого низа. Ну, давай, вот так вот. Так вот, так вот поставим. Так, теперь вот так вот. Вот. И так, 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 видно вам? Отсвечивает. Отсвечивает, да. Вот так вот не отсвечивает, да? Видно? Так, ну что, я закрываю глаза? Да, давай. Пролистываю, пролистываю. Стоп! На ком я остановилась? Вик. Вик. Виктория 199088. Хочу себе такие патчи. И дальше Ада Вильгельм. Ада Вильгельм. Вот. Вот, вот, вот. Это кто? Кто у нас? Вот. Вот она. Сейчас. Видите? Виктория, которая... Виктория. Это не я. Это, ну, понятно, не ты. Она по-другому у меня записана. Вот, вот, вот. Победитель. Победитель, вот. Видно вам? Мы сейчас ей напишем в директ. Да, в принципе, может быть, ты здесь? Нет. Виктория... Так, Виктория, хочу себе такую... А, она, смотри, как хитро сделала. Она несколько комментариев. Вот она, вот она, вот она, вот она, да? Она сразу же подряд 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Смотри, сколько она. 12... 10 комментариев подряд Виктория сделала. Она очень хотела патчи. Она очень хотела патчи, видите? И я на нее прямо попала. Вот она прям, вот, вот, видите, сразу же подряд у нее 10 комментариев идет. Хочу патчи, хочу патчи, хочу патчи. Но на нее я и ткнула, в принципе. Прикиньте, да? Пипец, бред, не видно. Развод, ну вот, господи. Ребят, ну вы что, прикалываетесь, что ли? Давайте я из-за патчи... Подождите, а я отключила, зачем вас? Звук-то я отключила. Вот так вот вам лучше, наверное, слышно. Привет, привет.
Так, Виктория. Так, давайте проверим Викторию, зайдем к ней. Она подписана на... Да, обязательно нужно быть подписанным на Кор. Сейчас найдем. Так, нижнее подчеркивание. Так, Кор. А Виктория у нас не подписана на Кор Косметик. Видите? Виктория, вы вот сейчас могли бы выиграть, но раз вы не подписаны, первое условие – подписаться на Кор Косметик. И после этого только как бы имеете право участвовать... О, Господи! Имеете право участвовать в розыгрыше. Так, давай, Виктория, давай. Что же вы так это... Профунькали-то? Все, все профунькали. Давайте дальше. Сейчас, сейчас, видите, листаем вниз. Эх, Виктория, Виктория, что же вы так? Сейчас я до самого низа дойду. Все, дошла до самого низа. Видите? Теперь листаю. Ой! Давайте сверху вниз пойдем. Стоп. Кто это? Ясику. Ясику. Кто-то хочет Ясику. Вот. Видите? Ясику. Это кто? Ясику. Так. Проверю. Есиночка какая-то. Есиночка. Так. Ежени. 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 Есиночка. Господи, боже мой. Так. Подписана ли она? Ну-ка, Кор Косметик. Ребят, ну не подписан опять человек на Кор Косметик. Ну вот как можно участвовать? Вот вы сейчас, можно сказать, профунтюкали, профунтюкали патчи. Может, они первое... Ну как первое, подписаться обязательное условие, видите? Не подписаны. Не подписаны. Обязательное условие – это подписаться на Кор Косметик, и только после этого можно будет получить эти патчи. А как вам тогда напишут? Ну, фиг его знает, кто это. Короче, лохи. Ну, кто-то... Ну, ребят, действительно, ну, будем откровенны, ну, лоханулись. Ну, смотрите, два человека, да, которые уже могли бы выиграть. Просто из-за того, что невнимательно прочитали условия непосредственно конкурса, уже профукали свои патчи. Да уж, смешно, вот, да, в том-то и дело. Вик, давай, может, ты? У тебя легкая рука. Вот будете праздновать свадьбу, приезжайте в Вельвет, у Вики легкая рука. Все будет на высшем уровне. Давайте, ребят, так. Заходи. Мне заходить особо не надо. Да. Энц? Да. Энц. Погнали. Давай, Викуха. Давай. Все, нажала? Так. Кто это? Хочу... Ну, опять Виктория. Нет, а Вика, она не подписана была. Так. Давай еще раз. Листаем, листаем вверх. Ну, теперь и вниз. Листаем вниз. Так. Мне кажется, это опять сразу Виктория, да? Сразу заходим к человеку, чтобы не выпустить его из... Давай. Вот кто? Так, Ольга. Ольга! Ольга! Ольга, Демида. Демида 05. Демида 05. Так. Демида 05. Ты здесь? Смотрим подписки. Нижнее подчеркивание. Так. Вот. Угу. Кор. Нет, ты посмотри. Вы что, серьезно? Ребят, вы прикалываетесь, что ли? Вот сейчас вот быстро прям можете зайти обратно туда, вот, где мой пост стоит, и подписаться. Ну, это бред просто, точно. Будь здорова. Так, давайте, ребят, дальше. Давайте дальше. Давай, давай. Листай. Давайте просто уже, как его, пролистаем снова донизу. Угу. Наверное. Стоп. Давай. Кто это? Нажал, нажал, нажал. Бин. Кто так. Это? О, молодой человек. Как? Нет. С
София. София. Аделина София, 16-13. Ну-ка, подписана ли она? Ну, Аделина много подписков. 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 Кор. Вы что, серьезно? Ты что, издеваются, что ли? Подожди-ка. Что-то тут не то. Дайте-ка. Вот так вот у нас и проходит, блин, розыгрыши, да? Но зато честно, зато все при вас. Так, так, дай-ка я. Еще раз. Еще. Давай. Так, последняя попытка, ребят. Нет, это опять Виктория, не та. Тин-тин-тин-тин-тин. Жми. Так. Гулнар. Гулнар. Гульнар, скорее всего. О, вот у нее подписок там, 2000 с чем-то подписок. Так. Давай. Так, нижнее подчеркивание. Ой. Так. Кор косметик. Есть. Подписано. Вот, видите? На Кор косметик подписано. Гульнара. Так, ну все. Что? Нужно это. Кор косметик, Гульнара. Сейчас будем искать. Так, Гульнара. Ну все, сейчас сделаем скриншот. Вот Гульнарочка. Не теряйтесь, пожалуйста. Сейчас вам напишет либо Кор косметик, либо я. Напишу вам сама. Так что вы победительница. Поздравляю вас. Вы счастливый обладатель. Девушка какая красивая. Симпатичная деваха, да. Еще и патчи сейчас будет лепить. Так вообще красоты красотевные, просто нереальные. Вот. Ура! О, Гульнара, ты здесь, да? Привет, Гульнар. Тебе напишет обязательно Кор косметик, либо я в ближайшее время и сообщат, как получить тебе твои патчи. Ты где живешь? Ну-ка расскажи. Может, выйдешь в прямой эфир со мной вместе? Давай-ка я приглашу тебя. Так. Гульнарочка, давай, выходи к нам. Идем, Гульнара. Гульнара отклонила. Почему? Гульнара, выходи к подписчикам ко всем. Скажи вообще, что, как ты, где живешь. Так, так, так. Я из Казахстана. Прекрасно. Гульнара, выходи к подписчикам, давай, подключайся к нам. Идем. Пригласила я тебя. Гульнара, идем, не стесняйся. Вот она, Гульнар, привет! Привет, Казахстан! Привет! Как ваши дела? У меня все хорошо, у вас, я думаю, тоже. Умничка, поздравляю, победила. Круто, молодец. Ну, вообще, понравилось? Не ожидала, наверное, да? Да, не ожидала. Ну, здорово. Патчи действительно очень крутые, корейские. Вот. И вообще, я сама ими пользуюсь, и у меня как раз целая упаковочка вот для того, чтобы подарить непосредственно подписчикам. Гульнарка, умница, молодец, блин. Так держать, участвуй в моих конкурсах. У меня не обман, так что все будет круто и отлично. Спасибо. Поздравляю еще раз. Спасибо, что подписаны. Пока-пока. Вот так вот, видите, как классненько. Вот так вот, ребята. У-у-у, Гульнару еще раз поздравляю. Все, ребят, пока-пока. Всем любви, всем здоровья, всем счастья. Вчера прошел замечательный праздник, вербное воскресенье. Всех еще раз с прошедшим праздником. И следите за моим инстаграм. У меня классные конкурсы. И не только. И вообще, я вас люблю всех. Вы мои подписчики самые лучшие в мире. Пока-пока.